Несмотря на сложное время, связанное с действием режима ограничений, коммунальные службы города проводят необходимый ремонт армавирских коммуникаций. На улице Шмидта заменили участок водопровода, который прослужил более 50 лет. Он был построен в 1968 году и за это время полностью утратил пропускную способность. Местные жители практически остались без воды. Нужно было срочно решать проблему. Директор предприятия Северо-Восточная водноуправляющая компания принял решение по проведению капитального ремонта данного участка линии. Были закуплены все необходимые материалы. В кратчайшие сроки, в течение 4 дней, были выполнены специалистами предприятия работы по капитальному ремонту данного трубопровода. Речь идет об участке улицы Шмидта протяженностью около 200 метров, расположенном между улицами Луначарского и Гоголя. Сложность состояла в том, что здесь ходит троллейбус, а также другой транспорт. Понадобилось участие администрации города. Администрация оказала посильное содействие в оформлении разрешительной документации в связи с присутствием на данном участке улицы социально значимого транспорта армавирского троллейбуса. Было принято прекратить его движение на время производства работ по капитальному ремонту. Работы начались 27 мая и должны были завершиться 4 июня. Однако сотрудники компании «Курганинский групповой водопровод» работали все выходные и закончили ремонт досрочно – 31 мая. Новый водопровод уже работает, и жители порядка 14 домов получили нормальный напор и качественное водоснабжение. Водопровод выполнен из полиэтиленовых труб. Гарантированный срок эксплуатации данного трубопровода, предоставленного заводом-изготовителем, 50 лет. В настоящий момент времени все жители подключены к новому трубопроводу, обустроены новые железобетонные колодцы, установлены новые чугунные люки на данном участке дороги, чтобы долгосрочно не затрачивать финансовые средства на текущий ремонт данного трубопровода. На замену трубы предприятие потратило 1 миллион 350 тысяч рублей. 2 июня здесь сделают утрамбовку грунта и откроют движение транспорта. Нормативные сроки восстановят асфальт. Ведутся работы и на улице Комсомольской в районе пересечения с Ефремова. Армавирский филиал предприятия «Газпром Теплоэнерго Краснодар» проводит замену тепловой сети. Ремонт выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону. В общей сложности планируется заменить 100 метров трубопровода. Завершение работ намечено на 5 июня. В этот период движение транспорта на данном участке ограничено. Автовладельцев просят отнестись к этому с пониманием. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».